Аппарат ультраформер. Высокоинтенсивный, сфокусированный ультразвук. Он вызывает колебания в тканях, приводит к локальному точечному их нагреву с последующим сокращением и стимуляцией синтеза нового коллагена. Многоуровневое воздействие гарантирует трехмерный, объемный, естественный лифтинг мягких тканей лица и шеи. Результаты заметны непосредственно сразу после процедуры и нарастающий эффект в течение 2-3 месяцев. Показаниями к процедуре ультразвукового лифтинга являются деформация контуров лица, птоз в области лба, бровей, умеренное опущение кожи верхних век, излишек кожи нижних век, опущенные щеки, углубление носогубных складок, опущенные уголки губ, провисание, дряблость кожи, рубцы постакне, дряблость в области лица, шеи и декольте. Противопоказания к процедуре являются беременность, лактация, тяжелая форма угревой сыпи на лице, прием препаратов витамина А, склонность к образованию келоидных рубцов, тяжелые заболевания центральной нервной системы, острые инфекционные процессы в местах проведения процедуры, наличие филлеров в зонах проведения процедуры и хронические дерматозы в стадии обострения.